Значение Азербайджана постоянно растет. Здесь я имею в виду автомобильные, железнодорожные коридоры, а также газовые коридоры. Вчера во второй половине дня у меня с моим дорогим другом, президентом Ильхамом Алиевым, состоялись обсуждения. Ведутся переговоры о строительстве крупной газовой электростанции в Сербии, в которой обе страны станут заинтересованными сторонами. Это очень важный газовый коридор для нас. Средний коридор между странами Центральной Азии также имеет для нас большое значение. В ходе своего визита я также обратил внимание, насколько развит Азербайджан, и меня это, несомненно, очень впечатлило. Работа, проделанная вашей страной, поистине поразительна. Нам хотелось бы более тесно сотрудничать с Азербайджаном и найти больше общих направлений для совместной работы.